Добрый вечер. Сразу прошу прощения за бардак, который вы можете тут увидеть. Здесь у нас процентовка показывает порядка 94, на самом деле около 95-96, потому что спирт выходит очень холодный, просто ледяной. На улице зима, выпал снег, морозы. У нас Зеландия, у нас южное полушарие. Южнее только Антарктида, и те, кто думает, что Зеландия теплая страна, это страна вечно зеленых помидоров. Вот. Есть места, где даже летом холодно в пальто. Так что вот такая вот ерунда, холодно. Ну, сейчас не так холодно, конечно, не сравнить с Россией, но есть места, конечно, очень холодные здесь. Вот. Мы на берегу, поэтому у нас где-то плюс 5 на улице сейчас, может быть, уже и минус, потому что ночью морозы стоят, днем оттаивает. Тем не менее, вода холодная, спирт холодный, 94, ну на самом деле где-то 96%. У нас 50-литровый аппарат, это только второе видео. Первое видео, по-моему, делал года 3 назад с подобным аппаратом и на английском языке только. Здесь же решил сделать, просто такой шанс появился. Я их делаю довольно часто, но видео таких аппаратов я, как правило, не снимаю. Вот. В основном непрерывный аппарат, эти очень делают давно, они все работают, проблем никаких нету. Проверил герметичность и вперед. Значит, вот этот аппарат, колонна, аппарат 3 киловатта, колонна, производительность у нас 3 литра спирта в час нейтрального. Я уже отнял головы и вот сейчас вот собираю тело. Вот, со скоростью 3 литра в час. Тут процентовочка у нас. Видно, спиртометр там плавает. Вот. Ну что еще? Этот аппарат будет использоваться с бражной колонной. То есть на бражной колонне будет делаться спирт-сырец, заливаться в этот аппарат, а потом уже будет делаться нейтральный спирт. То есть людям нужен высококачественный спирт, они будут делать. Плюс у нас к нему еще вот такая вот дистилляционная колонна и вот такой инфьюзер для изготовления джина. То есть, прошу прощения, у меня тут металл нарезан, уже подготовка идет к строительству другой колонны, но тем не менее все до кучи. Значит, инфьюзер, туда будет засыпаться весь гербалайф для изготовления ароматических всяких напитков. Вот. А сюда будет заливаться уже чистый нейтральный спирт, разведенный с водой, и будет прогоняться через вот эту вот лабуду. Что сказать, я не знаю про данный аппарат, умничать не хочу. Ну вот, просто такой видеоотчет перед покупателем аппарата. Мне уже сегодня звонили, спрашивали, что, кого. Я сказал, пока не испытаю, не отправлю. Вот, значит, испытываю. Вот он, аппаратик у меня. Но уже не мой. Значит, что у нас здесь? У нас здесь можно наблюдать индикаторная трубка, уровень в дефлегматоре спирта. Здесь кран регулировки рефлюкса, или как он у нас называется, флегмового числа. Вот. И колонна. Колонна 50 мм в диаметре и рабочая часть колонны метр высотой, может чуть побольше за счет этих соединений, плюс дефлегматор сверху. Вот такая вот фигня. На этом все. Всем спокойной ночи. До свидания.